Свет, камера, мотор снято. От желающих пройтись по красной дорожке в образе кинозвезды и запечатлеть себя на камеру отбоя в этот вечер не было. Креативные стилисты тут же создают самые интересные образы, а костюмеры предлагают примерить шикарные наряды. Мне очень понравилось, удивилось, что это все бесплатно, что как бы девочки вообще молодцы, организовали все. На площади концерт еще стоит, то есть очень приятно. Мы с ребенком придем обязательно сюда вечером. Сегодня здесь работают сразу несколько интерактивных площадок. Гости праздника смогли отправиться в мир произведения Николая Гоголя и побывать на легендарной космической станции «Союз-7». Одна площадка с мультиков в кино – это «Фиксики», привет, а «Барбоскины», ну и «Лунтик», вот, в роли «Лунтика» у нас ребята. А дальше «Салют-7» – это современный фильм, то есть он выйдет скоро. Совсем скоро, и мы представляем там, как бы обслуживаем фотозону. А на сцене тем временем для зрителей лучшие киношлягеры играл вокально-инструментальный ансамбль «Dixieland». На ура принимали и песни из известных мультфильмов. От администрации города в этот вечер получили почетные грамоты те, кто развивает индустрию на курорте, популяризируя киноискусство среди жителей и гостей города. Анапа здесь уже давно стала одной из любимых площадок для российских режиссеров. Сегодня жители города могут принять непосредственное участие в создании кинолент. Каждый год в нашем городе снимается очень много российских телефильмов. Если вы поедете в Первомайский сельский округ, то вы можете стать свидетелями с 1 сентября, как будет сниматься широкомасштабный, крупный, большой фильм «Освобождение крепости Бадабер», которая будет рассказывать о том, о подвиге наших уже русских молодых ребят, которые попали в плен и служили в нашей российской армии. И наши анапчане могут стать не только свидетелями, но и участниками этого фильма. Это пик. И еще столько же, лет 20, точно будет очень-очень ярко. Много денег вкладывается, уровень вырос кинематографа. Наше российское кино очень сильно растет. Народ ходит, очень большие, серьезные показатели. Очень много людей у нас. В новогодние праздники, летом, много приезжающих. Город-курорт Анапа, это ж курорт. Народ нет, чтоб на море ходить, они ходят к нам. Это доказано цифрами. А завершился вечер праздничным концертом и демонстрацией популярной семейной комедии. Также к акции присоединились и сельские округа. Площадками для показа кинолент в этом году стал парк Станица Анапской, села Юровки, Витязева, а также площадь у Дома культуры села Гайкадзор.